Казахстанские биатлонистки Галина Вишневская и Максим Браун завоевали бронзовую медаль на этапе Кубка мира. Это первая медаль в истории Казахстана в одиночной смешанной эстафете. Золото выиграли австрийцы, на втором месте немецкая команда. Но старт проходит в шведском городе Эстерсунде с 24 ноября и завершится 3 декабря. Казахстанские биатлонисты досрочно завоевали 10 лицензий на Олимпиаду 2018. Ну а главные игры, напомню, четырехлетия пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане.